мелкую только нашел. Ну, ура, ура, хоть что-то есть прогресс какой-то. Так, а где отсюда? Вот он. Вот, сука. Здорово. Рома, где ты нашел? А... Следующая совсем большая. А других нету, да? Он слышит, я на громкой связи, Ромка, он нервно на дверку схватил. Так что вот. Ладно. Да, не наговаривай, давай. Все, давай. Так, а сколько время? О, 16:35. По-моему, Владимир у нас сейчас заканчивает работу. Где у тебя провода? Давай подсоединяй этот аккумулятор к этому, да поедем. Есть провода. Давай. Последний раз. Ром, а это ты не пробовал заряжать? Ну вот этот вот. Вчера. Я поставил, но... Он был недавно, я его сдержал. Thank you.
Ну что, пробуем? Что ты имеешь в виду? Вот здесь это горячее, как это со стартера, наверное, подпалились контакты и там контакт. Куда дым идет? Давай еще. Или кто-нибудь нажимай и смотри, что. О, Шкода моя приехала. Сейчас посмотрим, как будет парковаться. Где дым был, ты видел? Здесь. Ну, это от стартера, там же стартер. Я другие надо было взять. Ведь видишь, у меня до 100 ампер всего. На другие клещи. Где-то 400 ампер он будет, должен крутить. Здравствуйте. Да, там делается. Этот я тоже проверял. Нормальное говно. Да, жижа. Горелая какая. Стареешь. Вон у нас передняя и задняя приводная, да? Можно включить какую-то передачу. И попробовать дернуть ее. Поднять край, задрать колесо, да. Если будет мертвая, нахуй. А на первой такой передачное число, что пиздец. Третье где-то надо. А, не. Ну да, где-то третью или. И прокрутить мотор ключом, ну, посмотреть, каким усилием. Так, а что у него вообще за двигатель? У него же не так мощный этот. Не V-образный, обычный, четырех. А это только добраться снизу можно, блядь, до него. Блядь, что-то да, какой-то двигатель дохлый, аккумулятор не может прокрутить. Должен он был как-то его, блядь, на двух проломсять. Будешь делать, ты его туда сервис закрыл. У них, по-моему, на сигнал был отдельный. Ну так же скинем. Не, я просто сигнал. Ну нет, чисто на сигнал. Что она может орать, потому что не блядь, соседи. Не, ну можно ее закрыть. Там видно лампу эту, что ли? Да нет. Да нет, у тебя закрыто все, и все, и закрыт капот. Нет, там просто, когда, если лампочка начинает на приборке мигать, значит, она включается. Дверь ключом открывается? Даже если это защелкнуть и захлопнуть, она может, ну, включиться сигнал. Ну, так в аккумуляторы не включены. Нет, ключ вообще. Короче, ну, не знаю, а ты когда же не приедешь, а? Я не знаю, может, я не поеду. Да. Там помпа электрическая, она хороша тем, что она... Сама гонит быстрее этот антифриз, нахуй. Сейчас и не до этого будет какое-то время. Потому что так... Если там электрическая, просто посмотрите, конечно, там есть. Движок простой. Его пальцем должен прокрутить было, нахуй. А, надо взять клещи на 1000 ампер. Тогда мы увидим, сколько. Он должен 400 ампер заводиться. То есть, а если он мотор клинится, что это покажет? Будет, конечно, больше. Он как бы держит все, топ. Диагностика хорошо взяла. Хорошо взялась? Да, я что-то посмотрел. Но у него там ошибки были? Одна ошибка у него сидит сейчас по датчику температуры газов первой, который до сажевика стоит.